С завтрашнего дня движение по новой части Московского моста запустят в полном объеме. Перенос контактных сетей троллейбусов закончат этой ночью. На время ремонтных работ полностью перекроют сам мост, а также участки по улице Композиторов Воробьевых, Президентскому бульвару и Московскому проспекту. Ограничение будет действовать с 23 часов до 5 утра. Заранее выбирайте пути объезда. В скором времени начнутся работы по реконструкции старой части. Замена балок, усиление фундамента опор. Ремонт должны завершить к концу 2018 года.